Всем-всем здравствуйте, всем здравствуйте, товарищи малышочки. Смотрите, что мы вам принесли. Смотрите, кушайте и никого не слушайте. Ой, как все с удовольствием стали кушать. Милуся, 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 мы же это детям принесли. Я тебе отдельно дам. Дай им спокойно покушать, не рычи. Дядя моя, ты же зайка, я что сейчас кормила. Ты что, моя золотая, а? Пугает малыши. На руки я ее взяла. Вы посмотрите-ка, ругается на маленьких, а? Дай им покушать. Дай покушать спокойненько. Ты что это? Мать называется, а? Какая ж ты мать? Разбойница маленькая, а? Дед, вы посмотрите-ка, а, на нее. Внизу ей не елась, а у малышей... Ой, Милуся, ты посмотри, какая ты бабаистая собака, а? Ты меня что детей пугаешь? Своих же причем, а? Милуся, Милуся, все, 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 все. Все, ну-ка, спокойнее, спокойнее. Спокойнее, Милусенька. Сейчас малышочки покушают. Ты вон их напугала, деточек, конфеточек своих, а? Держите меня семеро, все у них съем. Это так они тебя достали, да? Эти малыши-карандаши. Настолько они тебя достали? Скажи, они у меня все молочко высасывают, я тоже кушать хочу, да? А притворяешься, что я тебя не кормлю, что ли, Милусь? Девочка моя. Сейчас подожди, они покушают. Ты посмотри, какие они у тебя колесики. Хвостами как машут, крутят. Лопают как с удовольствием, а? Радоваться мать должна. Мать должна радоваться. А ты у них слопать все хочешь. Ну, какая бабайка. Маленькая бабайка. Как же они тебя достали, а? Милашки эти. Разве они могут достать такие красотуны? Ну, когда такие красотуны все время молока просят, я думаю, могут и достать, да? А ты что, малышочек, наелся уже? Наелся, ребятенок? Сейчас вы покушаете, я вас все помою, почищу, чтобы все красивенько и аккуратненько было. А то вы напрудонили. Напрудонили. Прудоните-то очень хорошо. Да. Ой, какие молодцы, как хорошо кушают, какой аппетит хороший. Детки, конфетки прямо. Ну, а мы всем тоже желаем доброго дня, хорошего настроения, всего самого-самого лучшего.